Новый инвестиционный проект по переработке диатомита запускается в Инзенском районе области. Было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством, корпорацией развития и инвестором. Диатомит – это похожая на мел, мягкая и рыхлая горная порода с большим содержанием органического кремния. В России разведано 15 месторождений, из них 3 в Ульяновской области. Инзенское месторождение составляет 20% всех мировых разведанных запасов. Диатомит, он имеет огромное множество сфер применения. Это медицина в качестве катализатора, носителей каких-то полезных веществ, как энтеросорбенты, в строительстве в виде наполнителей, водоочистки как фильтры, в химической промышленности как катализатор, в животноводстве это удобрения, кормовые добавки. Новый завод разместится недалеко от месторождения, в промышленной зоне рядом с площадкой датской компании «Скамол», которая также занимается переработкой полезной породы. Объем инвестиций в новое производство составит более 300 миллионов рублей. Планируемая мощность – 50 тысяч тонн в год. Мы не планируем останавливаться на этом. У нас есть уже следующие этапы, куда мы хотим идти. Мы хотим развиваться дальше и выходить, выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам, мировому уровню качества, для того, чтобы пополнять потребности наших потребителей нашими российскими продуктами. Сегодня доля импорта, она в десятки раз больше, чем мы, наши производители, производят для наших потребителей. Проект позволит трудоустроить больше сотни жителей Инзы и соседних населенных пунктов. Каждый работник пройдет обучение. Запустить производство планируется в третьем квартале 2020 года. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.